Пожалуйста, относитесь с пониманием к проверке документов или выборочному досмотру. Безопасности не бывает слишком много. Руководство московского метрополитена и УВД на московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой. В случае выявления преступлений или хулиганских действий, а также при обнаружении агрессивно настроенных групп граждан, в том числе несовершеннолетних, на станциях